Мы е Мюнхен. Мы – это Мюнхен. Мы есть Мюнхен. Мюнхен ist mehrsprachig. Мене звати Марія Соломіна. Я народилася у маленькому містечку на північному сході України. Переважну частину життя прожила в Києві. А зараз керую проектами у культурному центрі «Город» у Мюнхені. Меня зовут Алексей, я народился в Минске, в Беларуси. Учусь в Академии мастерства на оператора телевизии. Зараз я прохожу волонтерскую службу в культурном центре «Город» в Мюнхене. Займаюсь медиапроектами. Так само мне подобается шить, ремонтовать электронику и ездить на ровери. Моя родная мова белорусская, так само я разговариваю по-русски, по-ангельски и трошку по-немецку. Всем привет, меня зовут Ксения. Я приехала из России, выросла я на Урале. Там же в России я закончила университет. По первому образованию я инженер-физик. Потом я поняла, что это не мое, и выучилась на стилиста-имиджмейкера, чему очень рада. И сейчас я в Мюнхене уже полтора года как. В культурном центре «Город» делаю социальный год. Занимаюсь разными проектами и совсем недавно увлеклась фотографией. Gegründet von russischsprachigen Migrantinnen in einem Münchner Wohnzimmer entwickelte sich Gorod zu einem Kulturzentrum, das für rund 100 Vereine Räume für ihre Aktivitäten anbietet. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht nach wie vor die Bildung von Kindern mit Migrationshintergrund. Auf Russisch, Ukrainisch und 13 anderen Muttersprachen unterrichtet man sie bei uns. Es gibt auch Kurse in Musik, Logik, Weltkultur und Schachspielen. Außerdem sind eine Theatergruppe, ein Wanderclub und ein Quizclub bei uns zu Hause. Unabhängig jeweiliger Herkunft, egal ob jung oder alt, findet man im Gorod einen sicheren Hafen, um die Träume zu verwirklichen oder auch erst träumen zu lernen.